Тебе понравится заниматься физкультурой, малыш Саша. Да, забираться высоко буду я сейчас. Вниз я с горочки скачусь, веселье ждет всех нас. Саша, так же сможешь ты, пусть исчезнет страх. Поднимись, потом скатись, все в твоих руках. Кто хочет поиграть в мяч? Я! Мяч бросай, потом лови, это так легко. Лови, потом бросай, все в твоих руках. Теперь пора научиться держать равновесие. Вот так. Да. Равновесие теперь держать научилась я. А теперь попробуй ты, это не сложно для тебя. Так же сможешь ты, пусть исчезнет страх. Равновесие сейчас держи, все в твоих руках. Обруч! Давай попробуем, малыш Саша. Будем прыгать по обручам, повторяй за мной. Да, прыжок ты. Готовимся к полосе препятствий. Да! Кто же в гонке победит? Это нелегко. Кто же первым прибежит? Победитель кто? Саша, так же сможешь ты. Похоже, вы оба победили. Это ничья. Да. Мама, звездочка. Кто хочет поиграть в бассейне с мячиками? Да. Да. Слышали? Зоопарк! Любим в зоопарк ходить, Тигр рык нам свой издаст. Любим в зоопарк ходить, пошли с нами сейчас. Животных посмотреть интересно мне. На ветвях они сидят, прыгают по земле. Классно зоопарк любить, крокодил здесь может быть. Да! Будем вместе приезжать, мир наш изучать. Крокодил имеет хвост очень длинный, и на зубы их посмотри, будешь ты поражен. Малыш Саша. Классно зоопарк любить, сильный лев здесь может быть. Будем вместе приезжать, мир наш изучать.
любить. Даже жираф здесь может быть, какой большой, длинней всего. Шея у него, он самый высокий на земле. С деревьев листья ест, он пятнистый и большой, и всех достоинств не счесть. Слон. О, да! Он здесь, малыш. Классно зоопарк любить. Даже слон здесь может быть. Много весит он такой большой. Видно нам с тобой. Хоботом арахис ест. Очень быстро он сможет сделать нам фонтан. Будешь ты поражен. Эй, посмотрите на меня! О, нет! Этот слон веселится! Мне слишком жарко. Нет, мне все это не нужно. Папа, ты снял свою теплую одежду. И теперь ты простудился. Не волнуйся, малыш Саша, скоро ему станет лучше. Давай поможем папе. Любимый папа, папа заболел. Вылечим тебя. Не беспокойся. Сейчас мы все узнаем. Мы спасем тебя, мы семья. Не беспокойся, будем помогать. Ведь болеть нельзя. Помоги мне, малыш Саша. Одеяло помогут папе согреться. Вот. И если даже горло заболит, вылечим тебя. Не беспокойся, будем помогать. Ведь болеть нельзя. Позаботимся мы о тебе. Самый лучший папа на земле. Не беспокойся, будем помогать. У тебя болит голова, папочка? Давай обниматься с папой. Любимый папа, папа заболел. Мы тебя спасем. Тебе подарим всю свою любовь. Мы к тебе придем. Позаботимся. Любимый папа, папа заболел. Мы тебя
Ладно, кто готов повеселиться? Мы! Готово! Можно принимать первого клиента. Ты иди смелей в мой салон скорей. Да. Прически, наряды вместе веселей. Не стоит бояться. Всем нравится, знаю я. Это цель моя. Закончила я почти. Радуйтесь, друзья. Всем нравится, знаю я. Это цель моя. Закончила я почти. Посмотри на себя. Ух ты! Готова. Класс. Да. Ты иди смелей в мой салон скорей. Аквагрим я нанесу, будет веселей. Не стоит бояться. Всем нравится, знаю я. Это цель моя. Закончила я почти. Радуйтесь, друзья. Всем нравится, знаю я. Это цель моя. Закончила я почти. Посмотри на себя. Теперь я тигр. Еще один счастливый клиент. Папа, ты следующий? Ты иди смелей в мой салон скорей. Маску нанесу я, будет веселей. Не стоит бояться. Всем нравится, знаю я. Это цель моя. Закончила я почти. Радуйтесь, друзья. Всем нравится, знаю я. Это цель моя. Закончила я почти. Посмотри на себя. Подожди, пока лак высохнет, папа. Хорошо, милая. Твоя очередь, мамочка. Хорошо, милая. Ты иди смелей в мой салон скорей. Девочки отдыхают, вместе веселей. Не стоит бояться. Всем нравится, знаю я. Это цель моя. Закончила я почти. Радуйтесь, друзья. Всем нравится, знаю я. Это цель моя. Закончила я почти. Посмотри на себя. Ух ты, мы выглядим великолепно. Да, молодец. Да. Ufaklık. Evet abi. Şeker mi yedin? Hayır abi. Yalan söyleme. Hayır, hayır abi. Ağzını aç. Ha ha ha. Ufaklık. Evet, evet abla. Şeker mi
yalan söyleme. Hayır, hayır abla. Ağzını aç. Ha, ha, ha. Hey çocuklar. Evet baba. Şeker mi yediniz? Hayır baba. Yalan söylemeyin. Hayır, hayır baba. Açın ağzınızı. Ha, ha, ha. Только конфет, ребята. Да, у меня больше, чем у тебя. К нам приходит Хэллоуин. Приходит к нам, но со мной не страшно вам. Поспешите, чтобы успеть на всех монстров посмотреть. Стойте, что это? Видим оборотня тут. Наши страхи оживут. Неподвижно я стою и со мной не страшно вам. Все проверь, торопись, тут нет монстров, убедись. Стойте, это же просто бинго! Давайте, дети, устроим вечеринку динозавров! Да! Вечеринка динозавров! Устроим мы вечеринку, уже пора начинать!
страшный динозавр, будем топать мы. Ты испугал меня, динозаврик. Испечем с тобой пирог, красивый он такой. Вот глазки, зубки, динозавр будет как живой. Наш динозавр так хорош, подумай не спеша. Чего же не хватает, конечно, малыша. Наш дворик мы украсили, украсили наш сад. Устроим чудо-парк, где каждый будет рад. И не забудьте про яйцо, повесим мы его. Пусть оно теперь висит на ветке высоко. Ага, я думаю, кое-кто до сих пор не надел костюм. Бинго! Да, скажи, ты хочешь играть в динозавров? Бежит огонем бинго, он побежал туда. Наденем мы ему костюм, нам весело всегда. Посмотрите, он же тут, бинго, ты герой. Как же смог одеться ты, ты стал совсем большой. Ему нужна только маска. Да, потому что у него хвост и так есть. Я Тирекс! Мы тоже динозавры! Динозавры, я и ты, мы дружная семья. Хвосты и острые клыки покажем мне тая. И мы каждый день любим весело играть. Мы любим вечеринки и громко порычать. О, вы слышали? Да! Малыш Саша, нам пора идти к врачу на осмотр. Динаврач, динаврач, он заботливый и добрый динаврач. Давай же в гости сходим, мы к нему сейчас. Самым лучшим будет кровь он для нас. Здравствуй, малыш Саша. Игрушечный динозавр пришел посмотреть на диноврача. О, я вижу. Я динодог, всем помогу. Что здоровым убедиться я смогу. Давай мы с тобой проверим сейчас. С весом все прекрасно, здесь смотри у нас. Просто идеальный и вес его, и рост. Мы нашли ответ так быстро на вопрос. Теперь наш малыш, тебе помогу. Что готов ты убедиться, я смогу. Посмотри, ты подрос, кушал хорошо. Что проверить надо нам с тобой еще? Глазки и сердце стук. Все сейчас проверим мы с тобой, мой друг. Глазки смотрят звонко, сердечко бьется в такт. Все проверить удалось нам быстро так. Теперь наш малыш, тебе помогу. Что готов ты убедиться, я смогу. Сердце бьется ровно, такой чудесный знак. Наш малыш, ты очень храбрый, это факт.
помогу. Научить всех быть сильнее я смогу. Звездочку тебе должна я подарить. Ты всегда теперь героем можешь быть. Ты действительно подрос. Поздравляю! Дина тоже хочет леденец. Смотри, какая классная парикмахерская. Не хочешь ли постричься? Я очень рад, что вы к нам пришли. Здесь стрижку можно сделать. Здравствуй, здравствуй, милый малыш. Я мастер умелый. Вот сюда прошу присядь. Будешь высоко. Стул вращается легко. Это чудесно. Акуленок ду-ду-ду-ду-ду. Акуленок ду-ду-ду-ду-ду. Акуленок ду. Это твоя первая стрижка, малыш? О, первая стрижка! Такое особенное и веселое событие! Посмотри, что нужно мне. Здесь ножницы, расческа. Я волосы твои намочу и сделаю прическу. Страхи вовсе ни к чему. Можешь мне помочь? Ты подержишь спрей с водой, я возьму расческу. Бывают разные прически. Коротко ду-ду-ду-ду-ду-ду. Локоны ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ирокез ду-ду-ду-ду-ду-ду. Можем так. Подстригу ду-ду-ду-ду-ду-ду. Подстригу ду-ду-ду-ду-ду-ду. Волосы ду-ду-ду-ду-ду-ду. Подстригу. Ну что, малыш, а сейчас ты готов к стрижке? Будем стричься мы сейчас, ты выбрать стульчик можешь. Не волнуйся, милый малыш, буду осторожен. Стрижка будет хороша, просто мне поверь. Если хочешь посмотреть, это же не сложно. Ух ты! Подстригу ду-ду-ду-ду-ду-ду. Причешу ду-ду-ду-ду-ду-ду. Подстригу ду-ду-ду-ду-ду-ду. Причешу. Страху нету, ду-ду-ду-ду-ду, страху нету, ду-ду-ду-ду-ду, страху нету, ду-ду-ду-ду-ду, страху нет. Ну а сейчас ты готов к стрижке, малыш? Станешь ты как Супермен, я плащ тебе надену. И прическа так хороша, будет непременно. Если хочешь мне помочь, спокойно ты сиди. С этим, малыш, ты без труда справишься, наверно. Все прошло, да-да-да-да-да-да. Хорошо, да-да-да-да-да-да. Все прошло, да-да-да-да-да-да. Хорошо. Стрижка, малыш Саша.